Беларуси аграрии перешагнули новый рубеж и уже собрали урожай в 4 миллиона 641 тысячу тонн. Первенство по-прежнему у Минской области, не сбавляет обороты и Брестская. Замыкает тройку лидеров Могилевская, затем Гродненская и Витебска. Зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и пруса в стране осталось убрать менее 35% площадей. В Беларуси с этого дня увеличилась стоимость на автомобильное топливо и снова на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина – 1,95 рубль, 95-го и дизельного – 2 рубля 5 копеек, 98-го – 2,27. Белтелерадиокомпания объявила о запуске телекастингов на шоу «X-Factor». Шанс выступить перед именитой четверкой наставников получили более 300 человек. Для них в павильонах «Беларусьфильма» возвели отдельную шоу-квартиру в почти 1500 квадратов с бабл-зоной, комнатой для групп поддержки, гримерками и основной сценой. В Могилевской области с 16 августа по 10 сентября пройдет республиканская профилактическая акция «В центре внимания дети». Сотрудники МЧС проведут уроки безопасности в учреждениях образования и торговых объектах. Киностудия «Беларусьфильм» осенью выпустит в прокат историко-приключенческую ленту на белорусском и русском языках «Авантюры Франциша Бурвича». Заканчивается также работа над картиной «Следы апостолов 2» и детективом «В поисках ангела». Несколько премьер уже состоялись.